музей электротранспорта в Нижнем Новгороде. Посмотрите, какие хорошенькие троллейбусы, какие они ламповые. И какие здесь трамваи. Просто чудо какое-то. Вот один, второй. Ну, это более-менее современный. И старинный вагон. Вагон. Это вагон, которым управляли. И он именно старинный, но он воссозданный. То есть по старинным чертежам сделанный. А это вот оригинальный. Хорошенький. Давайте посмотрим на наш воссозданный вагон. Он... Это вагон 1896 года. Эксплуатировался до конца 20-х годов. Воссоздан в 87-м году. То есть вот он вот так воссоздан. Вот видите, тут мох растет. Ну тут сыро, если честно. То есть вот он уже в таком состоянии. Он старенький уже. Но что интересно, смотрите, у него рулевое управление есть с одной стороны, да? И рулевое управление с другой стороны, гляньте. То есть этот вагон может работать без трамвайного кольца. Просто доехал и обратно по этим же рельсам. Кайф. Просто кайф. Смотрим здесь. Высоченные ступеньки. Вот. И такой же точно вагон, только прицеп. Как тут, как в него попасть? Закрыт. А нет, вот могу попасть. Вот так люди ездили в 19 веке. Вот такие поручни. Лампы. Ой. Ну лампы вроде новые, но именно патроны старые. То есть вот все сделано для людей. Тоже два вагона. И, конечно же, мы тут должны все вам показать. Тоже РВЗ. А это служебный трамвай с вышкой. То есть он тут сделан на базе старого трамвая. И он эксплуатируется, наверное, именно для ремонта контактной сети. Я вижу, что тут можно возить на нем грузы. Есть площадка с лесенкой, чтобы на нее встать. Служебный трамвай на базе КТМ-5. А это еще один служебный. И вот. Они все-таки разные. Они чистят снег. Шикарный, просто шикарный экземпляр.